вопрос. С удовольствием. Смотрите, вообще, я думала, что это изобретение случилось в Крыму. Нет, 1 июля, в день вашего рождения, но в 1200 году, извините, в Китае впервые были упомянуты солнцезащитные очки в виде кварцевых пластин. Как вам? Дата, как вам? Очень хорошо. Мне кажется, что да, это не совпадение, что случайности не бывает. И поэтому глаза узкие до сих пор. Это когда надеты такие очки, как у меня волшебные очки, завидуйте мне. И много-много всяких таких ассоциаций. Но или еще была такая песня, помните, оранжевое небо, оранжевое, мама, оранжевое. Есть у меня песня, которая, мне кажется, подходит к этому. Она называется «Светлый день». Наденешь такие очки, и вот тебе светлый день. И потоки зеленые трав, и деревьев чудной закал, и тепло нетронутых скал, то, что каждый искал. Столкновение высоких ветров, мычание священных коров, увлечение дикой весны, то, что нам доверяли сны. Нам нужен просто светлый день. Нам нужен просто светлый день. Вот плюется гитара звуками странной игры и срывает какой-то чудак глупые души дары. Мы нашли удивительный сплав тяготения земных чудес. Ах, как нам повезло, что это не зло. Нам нужен просто светлый день. Нам нужен просто светлый день. Ртутный уровень страха упал, мы прокляли этот накал. Никто не кричит ярче брызни, все ищут жизни. Тема дня исчерпала себя, повернувшись тупым концом. Никто не лечит правду горячим свинцом. Нам нужен просто светлый день. Нам нужен просто светлый день. Пусть прошлое будет прошлым, оно не станет пошлым. Мы не начнем с конца, и удачи не станет иначе. Но нам друг у друга спросить, как мы могли допустить, что на нас состоялась какая-то тень. А нам нужен просто светлый день. 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 Та-да-да-да-да. Я хочу пожелать вам много светлых дней, которые совершенно не зависят от погоды, которые зависят только и даже не от очков, которые зависят только от нашего внутреннего свечения. Добывайте руду радости и светитесь изнутри, чтобы каждый день имел возможность быть светлым, быть озаренным. Светитесь для тех, кто рядом, если получится, для тех, кто далеко, но главное, без вас, то есть. Спасибо. Михаил Башаков, город Москва. А город Санкт-Петербург, ваше обращение, он только приехал сегодня из Москвы, поэтому я и перепутал его. Михаил Башаков.